Друзья мои, мы, конечно, живем в этом реальном мире, который через сенсорные каналы отражаем в своих вот этих фантазиях неокортекса с нарративами, привычками, шаблонами. Через ретикулярную формацию и таламус проходит, ну, не вся информация о этом реальном мире. И более того, каждый создает в меру своей испорченности или своих каких-то особенностей человек отражает эту реальность. Он создает свою карту, создает свой внутренний мир. И вот в этом внутреннем мире он живет. У многих внутренний мир замусорен всякими эзотерическими побасенками, всякими какими-то домыслами, ну, только взглянуть в интернет и уже ужаснешься. Вот для других это какие-то невротические проблемы, которые связаны с его психикой, с его нервными системами. И вот важно, чтобы ваш внутренний мир, ваша карта, отражающая реальность, была экологичной и без мусора негативного. И тогда вы по этой карте проложите свою лоцию этой жизни.